Всем привет, с вами Малик, и сегодня я вам расскажу, как можно сделать прямой эфир, да. Стрим там активированный. Сейчас сначала я очищу память. Очистить данные, да. Потому что Тагуша, она, знаете, сколько памяти берет, много. Очистить данные, да? Оба. 32. Давайте. 100 очистить, да. Да, и я вам покажу, как с донатиком. Да, есть донатик. Донатик. Я уже проходила эту игру до конца, так что... Тут нет. Это очень классная игра. Я не буду. Вот это могу. Нам понадобится приложение... Гуша. Есть YouTube Gaming, но не нужен. Гуша. Гуша лучше. Вот. Нажимаем. Я пока не могу делать трансляцию, пока что у меня идет про ModDesign. Это ModDesign тоже идет. Через ModDesign тоже можно делать все. Эфир. Twitch. В Twitch он тоже есть в эфире. Тут много чего есть для эфира. Для примерного эфира лучше всего использовать Гуши. Как вам будет удобно. Я не знаю. Да, мне вкладывается видео. Да, я сам этим вопросом уже задавался, ладно. У меня 6 подписчиков, и у меня выложилось видео. Давай чуть-чуть. Сегодня... Это был самый первый эпизод. Давай сейчас. Это все вы можете увидеть на моем канале. Второй раз повторяю, спасибо за 6 подписчиков. Всем пока!